Всем привет! Ну что, из нового у меня ничего. Опять пакет, опять доски из него. Доски классические, вот такие клеткой. Доски с обкладкой, клен-дуб. Вот такая вот новая как бы моделька Tetris. Ну, не новая, но... Уже была, но чисто из дуба. Теперь вот она скомбинирована с кленом. Поинтереснее стало. Вот такая вот доска тоже, можно сказать, классическая. Но тут вот добавил два шлагбаума. И она поинтереснее стала. Так, ну а это вот какие-то обрезки оставались. Я их тоже склеил из них. Вот ролик хочу снять не о досках. Об их изготовлении уже там наснимал много. Задумал я сделать доску с хаотичным рисунком. Склеил я вот такой вот большой щит торцевой. 460 на 380 миллиметров. Толщина у него сейчас 44 миллиметра. Чуть слегка его подровнял в рейсмусе. Вот. И теперь надо вот его начать распиливать. С хаотичным рисунком бывает два вида досок, может и больше. Первый, значит, вид, то, что я беру долевые склейки, клею так, распиливаю, клею там так-сяк, много раз распиливаю, и потом уже нарезаю и делаю торцевую с хаотичным рисунком. Но будет там немного геометрический, правильный узор. А я хочу сделать... Торцевой разрез, то есть я буду торцевую доску распиливать много раз под разными углами, вот, чтобы получить более хаотичный рисунок. Так что вот давайте попробуем. Первый раз я это уже делаю. Начинаем. Так, что касается разметки. Я взял угол 5 градусов. И у меня примерно получается вот от этой точки... плашки, ну, в ноль выходит. Вот так это я отрезаю, это пойдет, может быть, на выброс, может, подклеим потом, пока непонятно. И потом буду нарезать вот так вот: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сегментов мне должно получиться и 2 угловых обрезка. Пропилил я первый пропил, вот так вот выгибает обрезок. Вот торцевое устройство нам уже не нужно. Далее мы просто по параллельному пору будем нарезать, делать нарезку. Единственное, что я хочу сейчас сделать, включу сразу два станка. Значит, буду одну сторону прифуговывать и отрезать, чтобы одна сторона была у меня прифугованная. Вот так вот. Пробуем. Распустил, прифуговал две детали. Все отлично. Сходятся бруски массивные, поэтому их так не выгибает, как вот мелкие обрезки. Что получается? Получается, у нас правая сторона уже прифугованная. Вот, а левые надо прифуговать. Прифуговал. Все отлично. Ничего не вырывает. Все нормально. Теперь, значит, переворачиваем через одну. Вот так вот. Разворачиваем их. И получается вот такой рисунок. Вот такой рисунок. И ширина у нас убавилась. Теперь у нас 410 миллиметров осталось. А было у нас 460. То есть 5 сантиметров ушло.
Это потому, что вот эти углы еще спилились. Плюс распил, плюс прифуговать. Склеилось это чудо чудное. Строгать я больше не буду. Она склеилась ровненько. Единственное, что вот шлифмашинкой чуть-чуть прям слегка сниму, чтобы по параллельному упору потом это шло правнее, не скакало, не прыгало. Так, теперь дальше, что касается разметки. Угол за базу берем также 5 градусов. Размечаем. То есть я вот взял обрезок и примерно прикинул. Прочертил сначала 90 градусов и вот от него как бы прикинул угол 5 градусов. Так, это первое. Потом поделил на сегменты. У меня получилось 5 деталей здесь. 5 деталей. Рассчитал так, чтобы дефекты ушли после переворота деталей наизнанку. Вот. Обозначились у меня края доски будущей. То есть это обрезок уходит. Это обрезок уходит. И доска получается широковато чуть. А по длине маловато. Поэтому я решил вот эти обрезки. Вот так вот. У меня уже есть границы доски. Вот так вот я их решил все-таки подклеить. Вот. На видео, может, не видно. Ну, как бы после подклейки этих трехугольников получается нормальный контур под 90 градусов доски. Будем пробовать. Углы приклеил. Так, они нам дали. Было 410 миллиметров. Теперь 435 миллиметров. Так, вот я контур отчертил доски. Как она получается. По ширине она получается. Сейчас мы померяем. Так, она по ширине получается 355 миллиметров где-то. Ну и все. По той же схеме начинаем нарезать. Так, значит, распилил я ее. Пристрогал. Давайте смотреть. Это как раз нам не нужно. Вот. 5 кусков у нас. И как я говорил, тут было пару дефектов. Мы их переворачиваем. Вот так. В общем, 2 мы перевернули. И вот такой рисунок мы получили. Так, сейчас посмотрим, что получилось. Так, вот так. Вот такой рисунок. Ну, здесь вот выстраивается, получилось 3 полосы, которые не распилились. 1, 2, 3. Ну и пусть они будут. Немножко сейчас их разгоним, да и все. Вот примерно вот так выйдет. Ну, здесь осталось склеить, обработать. Уже я снимать не буду. Покажу только в готовом виде уже после масла. Потому что роликов по изготовлению склейки досок у меня на канале уже несколько есть. Можно все там в подробностях посмотреть. Так что ждем готовые изделия.
Доска готова. Давайте рассмотрим повнимательнее, что получилось. Так вот, обратная сторона. Вот так вот выглядит лицевая. А теперь давайте глянем поближе сам рисунок. Светильники немного отсвечивают. Вот так еще можно рассмотреть. В общем, доска получилась интересная. Там он еще подсвечу, вон там стоит доска. Она еще интереснее будет. Но это уже в следующем видео про нее. Так что всем пока. До новых встреч.